Ты думаешь, что ни на один вопрос мы не ответим правильно? Ну да. Алло, алло, милиция тут. Мы нашли его на помойке, он очень классный. А может, папа не знает, когда я родился? Ну вот, и самый классный способ – это очень громко заорать матерное. Алексей Владимирович, Михаил Алексеевич, здравствуйте. Два Саватеева в зале, да. Доброе утро. Привет всем, Маткульт, привет. Да, мы находимся в Бауманке, в большом зале Дворца культуры. И сегодня будет лекция. Да, сегодня будет лекция, чуть позже будет лекция про азартные игры. Вот так вот. Да, там какое-то это одиозное название про то, что кальмары много спрашивали. Математика сериала «Кальмары», да. Который я даже не видел ни разу сериал сам, но задачу я, естественно, мне объяснили, в чем ее условие стоит. Угу. И обнаружилось, что это очень сложная задача. Очень да. сложная с точки зрения теории игр. Даже да. до конца она не решена. Только можно рассуждение провести и понять, насколько она сложна. Вы вот уже так. второй раз, да, будете у нас? Да, я второй. Вот. А Миша вообще первый раз, а я да, здесь технокубок писал. А, ты писал в Бауманке технокубок. Значит, по-моему, второй, даже да? два раза, вот, возможно. Даже больше был. Ну, один раз точно. А так Миша с физтеха. Угу. Второй да, курс. Отлично. ППМИ. А, ФПМИ, да, это да, лучший, лучший факультет на физтехе. Но... вот, и мы, значит, собрались снять шоу. Я Матан знаю. Я Матан знаю. Я Матан знаю. Знаю, не знаю. Я Матан знаю. Я буду задавать вам вопросы. Будет 4 варианта ответа. Соответственно, вам нужно дать правильный ответ. Ну, вопросы будут по вашей жизни, связанные с вашей жизнью. Ага, и с Матаном. Да, ну и частично лучше с Матаном. Чем в жизни, ну, конечно. Скорее, в общем, с математикой, чем с Матаном. Так. Вот. И, значит, если вы не говорите правильный ответ, то вам нужно будет рассказать желательно стыдную историю из жизни. Да. Отлично. Вот. Отлично. Поехали. Вот. Так, начнем. Первый вопрос. Миша, знаешь, в каком году родился твой папа? 1973? В 73-м году, да, по-моему, правильно. Если остальные вопросы будут настолько же просты, то истории не понадобится. А тут не в этом может, вопрос. Папа не знает, когда я родился? В 2004-м. 8 мая. Хорошо. Я когда смотрел, когда готовился к этому, там аномальное число певиц родилось в ваш год рождения. Сразу и видно, что актрис. Математика. Там просто несколько страниц на Википедии. Да, да, с певицей. Но Пугачева только... нет, да? Пугачева нет, постарше да. немножко. И только два ученых. И нужно угадать, какие? Нет, и вопрос в том, но зато нужно в этот год получали люди Нобелевскую премию. Вы же связаны не только с математикой, но и с экономикой. Да. Кто из этих людей получил в 1973 году Нобелевскую премию? Да. Первый – Василий Леонтьев. Второй – Леонид Витальевич Конторович. Саймон угу. Смит-Кузнец и Г. Пол Энтони Самуэльсон. Да, это вот этот, так он лежал вот там, да? Первый, то это единственный вопрос, который я успел подглядеть. Но к своему стыду точно я этого не помню. Я сейчас попробую угадать. Я пас, правда. Я попробую угадать, что это был Конторович. Это окончательный ответ? Да, окончательный. Нет. Он получил в 1975 году, а в 73-м получил Леонтьев за развитие методы задраты выпуск и его применение, ну, где-то в практике. Да, матрица Леонтьева. Так, ну что, с меня история, да? Да, какую-то стыдную историю. Да, ну вот однажды, например, когда мне было 13 лет, мы развлекались следующим образом. Мы кидали кирзовый сапог, мы нашли его на помойке, он очень классный. Мы его кидали, с гаража на дорогу перед машиной проезжающей. Ну, чтобы как бы удивить водителя. Ну, мы не стремились прямо в лобовое стекло попасть. Это было бы опасно для жизни, да? Но мы кидали, да. И один водитель, он резко затормозил. Сапог где-то перед ним упал там за 3 или 4 метра. Он вылетел и побежал, значит, нас это самое. Короче, он говорит, ну все, я сейчас я вас убью просто, сейчас я вас убью. И мы бежали по гаражам, перепрыгивая с одного на другой. С одного на другой. Я вчера эту историю вспомнил, когда вот я вспомнил, что сегодня нужно будет рассказывать. А он бежал внизу. И вроде как, ну мы, конечно, могли долго вот так вот бегать, он никак не мог понять, как забраться на гараж. Но проблема в том, что он тут же начал как бы говорить, что он сейчас там вызовет милицию, сейчас вот уже сейчас милиция приедет. В общем, как-то вышло так, что я провалился между двумя гаражами. Вот так. Раз. И провалился. Немножко даже содрал там чуть-чуть это самое что-то. Ну, или на куртке пуговицы содрал, не помню. В общем, я, короче, вот так застрял между ними. И он говорит, ну все, я тебя схвачу. И начал тянуть руку туда. А я отодвигался в сторону туда. Дальше в гараж. Да, да, он перебегал в другую сторону, а я отодвигался сюда. Он перебегал в эту, я сюда. И возникла патовая абсолютно ситуация. Просто совершенно непонятно, чем она должна была закончиться. Потому что он не пролезал между гаражами. Он был толстый, ну, толще меня. А я, значит, соответственно, вот полностью вот так вот. И вот что делать? Да, то есть я вылезу, он меня сразу поймает. Но в какой-то момент вышло так, что вот он
ну, как бы почти меня схватил. И я с той стороны вылез и вдруг понял, что надо давать дёру просто. И я, значит, побежал со всей, вот сколько у вас не было сил, я побежал за всей мочи. И он меня не догнал чуть-чуть. Вот он буквально там, он был в каких-то буквально 5 метрах, но дальше перешло на стайр, понимаешь, то есть первые вот какие-то. И он все, он, я слышал, задыхается, я думаю, ну все, все, я выиграл. И постепенно я смотрю, 6 метров, 7 метров, уже все. И я, значит, через район долго-долго бегая, прибежал домой. Ну, у меня было лет 11, наверное. Угу. На сюжет теории игр похоже, да, вот это? Да, как-то даже, я не знаю, то есть ему как теория игр, ну вот он, если тогда же не было сотовых телефонов, он не может, алло, алло, милиция тут. Он не мог так сделать, он должен был милицию вызывать, там, через школу, например, которая рядом была. Но тогда бы я, естественно, убежал сразу. Но вот в результате, да, кто кого на измор возьмет. Да, но мне отец рассказывал истории, как они аккумуляторы вообще плавили, и что-то из свинца потом делали, там, под трамвай подкладывали, да, чтобы они с рельс ходили. Вот такое детство, да, было весело у вас? Ну, очень, да. Давай дальше. Да, так, второй вопрос. Сколько еще вопросов вообще будет? Всего 6, да? Ну, это очень мало, да. Вы рассчитываете на то, что у нас будет 5 историй? Ну, да. Я понимаю. То есть ты думаешь, что ни на один вопрос мы не ответим правильно, да? Ну, на один, я думаю. Ну, там вероятность 1/4. Ну, мы не можем знать, да? Ну, вот, например, здесь стоило мне подглядеть свою собственную презентацию по Нобелевским лауреатам, как я бы увидел. Ну, понятно, да, я просто не стал это делать. Ну, вот, ну, 5 историй, да? Так, ну, хорошо, давай. Давай, так, следующий вопрос. Вы учились в 57-й школе же, верно. Правильно? Нет, я не учился. 179-я, 57-я. 179-я. Вот. Я туда приезжал. Число 57 – это число Лейланда. Знаете, что это за числа? Это числа, которые можно представить в виде x в степени y плюс y в степени x. Это папа рассказывал, что им дали листочек. Да, да. В школе давали листочек, в одном число из листочков Лейланда, было да. как раз 2 в пятой uh-huh. плюс 2 в пятой. 2 в пятой плюс 5 в квадрат. Да. Это одно из, это 2 в пятой да, плюс 5 в квадрате. Плюс 5 в квадрат, вот. Да. А сколько еще московских школ, номер которых составляет число Лейланда? Ровно столько, сколько московских школ, потому что n равно n минус 1 в первой плюс 1 в n минус 1. Мы знаем этот прикол. А, нет, почему ровно столько, сколько московских школ? Потому что любое число, кроме число единицы, да, представляется в виде n минус 1 в первой плюс 1 в n минус 1. И, соответственно, является числом Лейланда. Это такой известный прикол. Это известный прикол, да? Ну, просто 57-я представляется двумя способами, разными таким образом, да? У нее есть нетривиальный. Давай считать, что ты спрашивал про нетривиальное разложение, да. То есть нетривиальное. Ага. Число Лейланда, которое нетривиальным образом раскладывается в виде x, y плюс y, x, да? Да. Не таким, что одно из чисел равно единице. Да. Я не знаю, у московских школ идет нумерация подряд или как со свиньями? Нет, как со свиньями. На самом деле пропусков довольно много. Поэтому нет смысла искать. Поэтому есть 4 варианта ответа. Да, поэтому есть 4 варианта ответа. 15, 14, 12 или 11. О, ну еще и варианты все одинаковые примерно. То есть здесь уже чистая угадайка, да, потому что... Либо психология, либо рандом. Либо рандом. Давай 15. Да, это, ну, верно. Ну, я предполагал, что их все-таки много довольно таких чисел. X, да, y, ну, plus y, только нету 177 и 1649 двух школ. Двух школ нет, да? Да? Угу. А так, 3, 8, 17, 32. Но у меня все равно есть история про 57-ю, она не особо Но 3 стыдная. Это по той схеме Лейланда, да. Но 3 не всегда считается, да? Ну, то есть 3 вот. А может, 2... послушаем тогда про 57-ю историю? Давай! Она не особо стыдная, но, короче, мы приехали в 57-ю школу на... как это называется? Не день учителя, а день рождения, наверное, 57-й школы. День рождения 57-й школы. Это в начале февраля. Да, наверное. Короче, мы приехали на этот день рождения, там было что-то по шляпе, какие-то конкурсы, а еще там был задний двор, вот, и на нем, соответственно, стояли ворота, и мы играли в футбол. Вот. А рядом с этим двором, да. во-первых, там была вот такая наклонная крыша, да? Да. С одной стороны. А с другой стороны там были балкончики. Вот. И, естественно, мы играли в этот футбол, играли, что-то нам надоело, и мы начали просто мяч закидывать туда-обратно, куда хотим. Сначала мы его на крышу закидывали, он скатывался, закидывали, скатывался. Потом мы его решили закинуть его в балкончик вот этот вот, который там он типа я уже забыл, полупрозрачный. Где-то, да. Вот. Ну, короче, мы его кидали, в итоге закинули, поняли, что как достать, непонятно. Вот, а мяч, конечно, был не наш, мяч был 57-й школы, мы у них взяли, вот, поэтому мы благополучно поехали домой. Да, а я как-то играл во время урока литературы, футбол, прошу прощения за плохую рекламу. А, и на вас учитель, да, из окна? Нет, это две разные истории. Это две разные? Одна история, что я играл во время урока истории, и учитель, он высунулся и сказал, пожалуйста,
Не ругайтесь матом так громко, потому что вы мешаете вести урок в вашем классе. А в другой раз я запульнул, значит, мяч со штрафного не в ворота, а прямо в форточку урока литературы. После чего мяч был реквизирован навсегда. И футбол не продолжился. То есть это был такой удар, удар навсегда. Мяч ушел, и футбольный матч закончился раньше времени. Да. А по окну хоть вот закрытому было или оно открыто? Оно было открыто, естественно. Он влетел в класс. Я представляю, как там идет урок, да, и тут влетает мяч! Футбольный мяч влетает! Даже не разбил стекло, а именно вот прямо в фоточку попал. И там как бы, ну, там взрыв хохота, естественно, раздался тут же. Но мяч не вернулся. Мы не смогли продолжить игру. Да, к сожалению. После, давай. После 57-й школы МГУ, да? Да! Мы поступили в МГУ, там... Мехмат. Мехмат. А у Миши Вестех. Вестех получше сейчас стал, да? Ну, конечно. Отпочковался ведь от МГУ где-то в 46-м году, по-моему. Нам объясняли так, что в музее ядерного оружия в Сарове объясняют следующее, что американская атака атомными бомбами на СССР была по времени ограничена первая скоростью выпуска атомных бомб, потому что нужно было уничтожить сразу все города, иначе как бы птица Феникс все равно бы восстала из пепла. А второе – объяснением американскому народу, почему только что соратник стал вдруг врагом. То есть вот только что вместе победили Гитлера, а просто взять и скинуть, типа, ну и заодно мы их разбомбили. Тут Японию разбомбили, а нас Гитлером было. Ну а решили еще, зачем лишние люди какие-то на земле, да, давайте сейчас Советский Союз грохнем. Вот, так было в Америке, как бы так не бывает. Они должны были свое население убедить в том, что демократия. Мы враги. То есть вот сегодня без проблем могли бы, в принципе, да, да и то на самом деле не очень там. Ходишь, то один, то другой, типа, что я не верю пропаганде, я не верю пропаганде. Ну вот, ну а тогда как бы без вопросов. И нужно было это объяснять. И они не успели объяснить, мы успели раньше атомную бомбу сделать. Но вот когда это все происходило, физтех создавался. Вроде так все было. Они в МИФИ там, это не с МИФИ связана ядерная бомба? Они же ядерный реактор, да, потом сделали? Ну, я не знаю, может и МИФИ тоже. Но физтех в 46-м году создавался. Mm-hmm. То есть казалось бы ясным, что какие-то большие задачи стоят. А может какие-то еще более дальние задачи, атомную бомбу уже делали вовсю. Mm-hmm. Какие-то еще задачи. Ну, в общем, было ясно, что там университет там по каким-то причинам не дает нужных mm-hmm. кадров. В области. Да, и в то время Мехмат МГУ еще был очень силен, да, силен. Конечно, не, ну, собственно, да, когда я поступал в 90-м году, расцвет был. Вариантов не было. То есть все, кто могли, поступили на Мехмат. Кто не поступил, те не поступили там только по каким-то причинам. Там вышки еще не было тогда. Но, нет, физтех шли те, кто конкретно хотел заниматься физикой. Вот конкретно, да? Те шли на физтех. А у меня вообще нет физики. Да, вот а теперь вот на физтехе физики нет. Мем с большой собакой, да. И такой маленькой собачкой. Вот. Поэтому это самое, ну, у нас вот 16, например, из 20 там скольких-то поступило на Мехмат. Вот, и, значит, выпускники Мехмата многие получали Филдсовскую премию. Это вот самая известная премия по математике. Да, конечно. Да, и вот сколько их, да? Да, сколько, собственно, этих людей? 10, 8, 4 или 6? Дринфельд, Воеводский. Мне сказали... Папа мне сказал: «Миша, тут шоу по матану, ты только что изучал матанализ, я ничего не вспомнил, да, ты мне должен помогать». Да, мне сказали, что будет матан, да. Я говорю: «Ну блин, тебе можно все не помнить, мне нельзя, я текущий студент, я, если я позорюсь, то у меня нет опознания». Да, 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 я думал, вот. Будут там сформулировать теорему Вейнштрасса. Ага. Я говорю: «Блин, ой, ну я это... не помню, какую именно теорему, вы мне сформулируете, да, я типа, ее докажу лучше». А, четыре варианта теоремы Каши, выберите ту, да, которую да, подразумевал да, автор. Это песня у нас, в физтех песни есть, типа... А песня про сложность матана. И там типа: «Сколько всего теорем у Каши? А если препод скажет, давай их быстро напиши». Да. Че, надо 4, 6, 8 или 10, да, выпускников Мехмата получили Филдсовскую премию. Вот вы двух уже назвали, или трех даже. Да, ну, блин, ну я как бы вот 4 или 6 все-таки поставлю. Ну давай 6. Верно. Верно. Да. Отлично, ну это угадайка. Да. Новиков. А фамилии? Новиков, Маргулис, Дринфельд, Концевич, Воеводский, Окуньков. Концевича забыл, идиот! Как я мог забыть Концевича? Идиот! Окуньков, я думал, что он вообще... А, не, ну правильно, да, он ходил на какую-то экономическую школу, увлекался экономикой, потом... Вот, но они уже в 2000-х годах там получали. Да, да, офигеть, ну классно. Ну хорошо, что попал. Да. Что, не рассказывать историю, да?
Не рассказывать историю. А у вас история какая-нибудь? Может, про две какашки не надо рассказывать историю? А у вас уже надо. Уже надо, да? У тебя сколько историй всего? Ну, у меня, в принципе, есть. Не кончится? У меня вообще историй очень много. А может, про МГУ какую-нибудь историю связанную с этим периодом? А, про МГУ? Однажды я открыл окно на 13 этаже. В главном здании? Да. Уже? В аудитории не было никого. Я высунулся и изо всех сил на всю площадь крикнул Ломоносову, стоящему передо мной, матерное слово из трех букв. Столько вот, сколько во мне есть голоса, вот с такой силой я это сделал. Вот, и радостный пошел. Все, естественно, обернулись наверх, но меня уже в окне не было. Ломоносов тоже обернулся, да? Ломоносов вздрогнул на пьедестале. И я пошел вниз. Радостный, думаю, ну классно, день удался. Вот я сделал то, что я хотел, да? Я тогда еще никаких лекций не читал, да? Сейчас я могу реализоваться, просто читая лекции. А тогда нужно было реализоваться, привлекая просто внимание любыми способами. Ну вот, и самый классный способ – это очень громко заорать матерное слово. Всегда работает. Ну вот, и спускаюсь я вниз на первый этаж, выхожу из здания, и тут меня жесткой рукой хватают за шиворот. А я тебя, сорванец, поймал, я запомнил, как ты выглядишь, в окно. И, значит, ну, там, короче, честно говоря, по-моему, даже мордой об стену. В каком классе учишься? А я на втором курсе учился. Какая школа? А я выглядел так, что, ну, старше 14 точно не дать. 18 лет. Ну и, короче, в общем, это самое, не кукареку, как-то, да, я уж не помню, чем закончилось как-то. Побитый, пристыженный, пошел домой. Вот так вот. Вы не узнали, да, кто это был? Просто охранник какой-то? Ну, охранник, да, какой-то там стоящий. Там не было охранников как таковых. У нас не было охранников. У нас было все открыто. У нас... Вольные слушатели, да? Да, 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 да. Я еще помню вот такую историю, тоже классную. А сейчас, я говорят... Я взял, значит, зашел, там гайд-парк такой круглый. И там всякие объявления и так далее. Я написал анекдот. И дальше очень неприличный анекдот. Прям там? Очень, прям да, вот... и приклеил его туда. То есть там, где объявления всякие там... То-то там, поход туристический, не знаю, пошли на картошку, ну что-то такое, да, и так анекдот. И вот он провисел часа два, но когда вокруг началась уже собираться огромная толпа и дико ржать, то заинтересовались какие-то милиционеры. У нас было отделение милиции. Прям там? Да, прямо в отделении МГУ было отделение милиции. Вот, однажды нам понадобилась ручка, чтобы открывать сортиры в электричках, тогда они всегда закрыты были, а в них очень хорошо было перемещаться, когда чтобы прятаться едешь, от контролеров, ага. Да. И да. Вот мы подошли с другом, он взял за ручку отделение милиции, повернул, очень резко дернул, вырвал, и мы убежали. И все. Че? Вот так вот. С тех пор там не было ручки, да, уже никогда? Ну, наверное, ее восстановили, но... Отделение 2 поставили. Никакой охраны не было тогда. Сейчас мне сказали вроде, что сейчас вообще в МГУ сложно попасть. Очень, ой, очень сложно, даже выпускникам, да, я там, понимаю, да. Кого, выпускника, даже, по-моему, не пускали. Мы с папой не попадем, да, с дедушкой. Ну, то есть, Володей. Мне казалось, сейчас. Раньше по диплому пускали. Там была история, по-моему, что, ты рассказывал эту историю, что, типа, кто-то пошел, кто-то защищал какую-то докторскую или кандидатскую, вот, и, типа, пригласил сам докладчик кого-то в МГУ. Но забыл ему сделать пропуск. А, вот, и нет, его, не я, кто-то другой. Его, рассказал. Короче, наверное, не пустили, не по-моему, в итоге. Но это вполне возможно. Хотя он выпускник МГУ и возможно, сам лектор. Да. Да, уж. Да, но по идее сейчас во всех вузах так. Вот сюда бы вас тоже, по идее, не пустили. Только вот потому, что там был открыт вход. Угу. Это может везде так сейчас? Ну, в МФТИ вроде тоже что-то нужно. Но лектор может провести в МФТИ. Потому что, помнишь, девушка писала Мусатову тебе... Да, из Питера, вот. Ну, Масатов ее на лекцию провел свою. Провел, да? Да. Ну да, как-то я тоже, ну, иногда просто представишь пропуск, но за это могут его... У меня, кстати, отобрали однажды пропуск, когда я его так пропускал. Uh-huh. Отобрали, и мне пришлось... Профессору физтеха uh-huh. пришлось писать докладную. И только так вернули. А вы все еще профессором, да, физтеха там являетесь? Да. А да. Вы выступаете иногда там, нет? Я мечтаю прочитать курс. Хотя бы наполовину. Но все время приходится ездить, мне трудно, я когда загадываю, вот сколько у меня будет путешествий, да, я вроде нормально, вот у меня неделя путешествия, неделя покоя, неделя путешествия, потом, алло, Алексей Владимирович, вот сюда точно надо приехать, ну это как бы по одному месту работы, сюда по другому, сюда по третьему, и раз, и уже все, ни одной недели нет, вот в этом семестре 17 недель все заняты выездами, все до единой. Вот, и, конечно, трудно так читать лекции. Но я на весну, меня Рогровский уже журит, говорит, прекращай, все, хватит, давай сосредоточься, ты нужен нам.
Ты нужен и здесь. Просто для студентов, я да? попробую прочитать, да, если получится, хотя бы наполовину курс группы кольца модулей для группы экономистов, вот, которую для мы набрали, вот этот по ему рэш. И модулей. Да, вот, один диофантовое уравнение будем решать, ну, в общем, если получится, хотя бы через неделю у меня. Угу. Вот. А остальное Митя Ильинский будет. Да, давай круто, следующий вопрос. Круто, вы очень любите фильм «Фантомас», насколько я понимаю. Обожаю! Я сто раз могу смотреть, сто раз его, понимаешь? Я не настолько часто все приезжал, вот Галя бы сейчас тут конкретно вынесла. Чем займемся? Давайте смотреть «Фантомаса». Да, вот я так и понял, что особое отношение у вас в семье к этому фильму. Не, ну прикольный фильмец. А там самый смешной момент, помнишь, в отеле? Когда комиссар Жуф... Да, когда мы по-французски смотрели. Да, да, да. Мы да, смотрели да. французский вариант. Просто потому, что мы и так знали наизусть. Да, ну как бы мы и так знали, что происходит. И тут, значит, там французский был вариант. Непонятный вариант. Там в какой-то момент комиссар Жуф в отеле, он типа обувь расставлял, а какой-то сорванец пришел и начал менять местами вот это эти Мишу, вот... Это Мишу, это брат да, Элен. Начал менять да. местами обувь разных номеров. Вот, Жуф это заметил, он начинает менять, тут выходит владелец такой... Откуда? Какую работу вы делаете в этом отеле? По-русски говорит, по-русски. Откуда у вас эти дамские туфли? И он типа на русском говорит, а вот все идет, как будто ничего не понимает. Мы включаем на английском и понимаем, что на французском, русский, на французском, да. И там тоже и по-русски все. Остался, типа. То есть это был типа россиянин как будто бы. В исходный, да, поэтому в исходный. Поэтому Жуф действительно ничего не понимал. С акцентом говорил или нормально? Не-не-не, он говорил просто абсолютно идеальным русским языком. То есть там во Франции снимали, Франция, Италия, «Фантомас», взяли на эту роль русского, который был в отеле, который вот эту фразу проговорил, а этот ничего не понимал. И потом не пришлось, соответственно, в дубляже переводить. Очень прикольно. Да. Давай вот, вопрос. И в связи с этим вопрос, да. А, там «Фантомас» подписывал некий чек. «Фантомас». «Фантомас», да. Чтобы заплатить за украшение. Да. Вот матан. И он подписал его исчезающими чернилами. Да. Которые потом исчезли. Да. А потом назад выявились. Какое математическое множество чисел представляло сумма вот денег, которые он украл. То есть он украл какую-то сумму денег. Чего? И какое из представленных математических множеств эта сумма представляла? Ну, то чего? Есть, вот тут есть варианты ответа. Совершенные числа, простые числа, числа Софи-Жермен и слегка недостаточные числа. И вот то число... есть нам нужно помнить число, которое он украл. Да, да, число, которое он украл, и какому математическому множеству это число принадлежит. Я помню, что 7 миллионов, что-то такое новых франков. А вот, вот что-то такое, к сожалению, конечно, не помню. И что, там прямо оно принадлежит какому-то? Ну смотри, да. смотри, оно точно не... Оно круглое. Очень мало, да. Оно точно не совершенное, потому что оно как не, минимум там не круглое 7 миллионов, очень ровное, сильно. Там не 7 миллионов. Да, но оно ну, не, а, там ну, до тысяч не явно. До тысяч, да. Явно до тысяч, значит, здесь оно тысяча, но это... Так, какое дальше? А, простое? Ну тоже нет, если мы... Число Софи-Жермен. Это самое число, которое делится на 10. Это число π, это число π такое, что 2π плюс 1 тоже... Тоже простое? Тоже простое, да. Ну, значит, тоже нет то, что... Ну, короче, да. помню, что простые, да. но не помню, какие именно. И слегка недостаточные. Слегка недостаточные. Нет, подожди, какие еще четвертые? Четвертые слегка недостаточные. А еще простые? Нет, еще простое. Просто простое? Да. Просто простое и Софи-Жермен? Ну да. Да. Вот, если мы помним, что в конце ночь что стоит, за бред? Ни то, ни другое. То есть, типа, если бы это было простое число, то было бы два варианта. Ой, если бы это было число Софи-Жермен, то там бы подходило сразу вот эти два варианта. Да, получалось, да. Значит, это гарантированно не Софи-Жермен. То есть, либо совершенное, либо это. Ну, мы ставим слегка недостаточное. Но оно почти. Легко недостаточно. Ну, на самом деле нет, это простое, но мы просто считали в миллионах, то есть вы уже 7 угадали, 7 в миллионах считались. Но это... То есть 7 миллионов... Некорректный. Да, да. Не совсем корректный, да. Да, некорректный, да. Простое число 7 миллионов. Так-то я помню, конечно, 7 миллионов. Я думал, что 7 миллионов 180 тысяч. Да, там 7 миллионов 650 тысяч. Ну да. Ну это тогда просто... А какого черта? Ну это не простое, тогда это не одно из этих чисел. Ну да, тогда только если слегка недостаточное. Это тоже не факт, что слегка недостаточное, это почти совершенно. Можно посчитать... Мы просто сказали простое. Можно посчитать, там типа n на 5 плюс n пополам плюс n на 4, это уже из... Это уже избыточное, наверное. Нет, там нет, сумма там делителей на 1 меньше, почти. Чем само число. Смотри, оно делится на 8, на 4, на 2 и на 5. Значит, n пополам плюс n на 4 плюс n на 8 плюс n на 5, кажется, это уже больше, будет. Да? Это уже избыточное. Ну да, то есть тогда в исходном формулировке вообще не может быть. А, да. Ну раз в этих... Надо было проверить. Конечно, если в миллионах, но это некорректно, да? Потому да, ну просто простое. Потому что там не сказать. Целое число. Нет, а тогда просто 7. Миллионов. Ну как 7, но миллионов, ну то есть сумма. Тогда нужно сформулировать, что миллион, да, сумма. Ну ладно. В любом случае, истории еще много. Про две какашки, да? Значит, с тяжелого бодуна засыпаем мы на Полярном Урале, при Полярном Урале, в 2001 году. Это не мы, а вот... Да, но тогда Миша еще не родился. Это было еще до. Вот. И
Значит, нас отселили в палатку «Вытрезвитель». Там, значит, была такая практика, что там была теплая палатка, большая палатка «Зима» с печкой. И палатка «Вытрезвитель» для тех, кто слишком много выпил. И мешают просто своим поведением окружающим. Ну и еще там могут быть случайно какие-нибудь возвращения даров природе, там, чтобы в основной палатке это не случилось. Вот. Их отселяют, соответственно, в ту самую, в холодную, жуткую палатку, где при минус 20 надо ночевать. Ну и вот. И мы, значит, понимая, что нас уже отселили, мы готовим, там, мы зачерпнули с вечера снег и вскипятили воду, залили его в термос, чтобы утром... Это та история. Да, чтобы утром была похмелочка тепленькая, потому что в самом лучшем термосе в 20 мороза за ночь все-таки до конца не остывает. Ну и вот, соответственно, мы просыпаемся, понятно, в каком состоянии. Горло все... Я говорю, Витек, где вода? Ищи, ищи сам воду свою. Я хватаю, значит, нащупываю термос, я делаю глоток и чувствую странный аромат. Весьма странный аромат. Ну и, значит, говорю, слушай, знаешь что? А вода какая-то странная, с привкусом. Он говорит, ты чего это врешь? Ты хочешь просто сам ее все выпить? Ну-ка, давай сюда. Берет, значит, глотает. Блин, что такое? Правда аромат? А Витек сейчас в стекловке работает. Серьезный ученый, профессор, там, доктор наук. Вот. В общем, передает мне, я ему. Ну и мы это все, конечно, выпиваем, несмотря на аромат, потому что очень хочется выпить воды. И на дне такие две лосиные какашки, которые, значит, настаивались всю ночь. И так превратились в такие волосы, во все стороны из них торчат такие, знаешь, они вот, ну, хорошо так настоялись. То есть мы выпили термос, литр настоя из лосиных какашек. Почему лосины именно? Как это получилось? Ну, из снега зачерпнулись, когда мы просто брали то самое, зачерпнулись случайно, мы не заметили, в кан и перелили в термос. Абсолютно, вот что называется, хоть стой, хоть падай. Это не анекдот, а просто правда. Правда жизни. Давай следующий вопрос. Ну и последний вопрос про ваши 100 уроков математики. Давай! Значит, в одном из уроков, ну, в одном из первых уроков вы рассказывали о математике логики, да? Ну, о логике математики, о языке математики. Матлогика? Нет, о языке, ну, язык математики, язык там, математики, квантеры, да? И все с этим связанное. И это другой, Есть курс принципа математического мышления из 5 лекций. Вот. А вот есть 100 уроков математики. Да? Это явно оттуда. Из принципа математического мышления. Да, вот. Ну, там, где про красных крокодилов в Москве вы рассказывали. Да, конечно. Это принцип математического мышления, первая лекция. Да, и вы там использовали, ну, значит, квантеры, да? Кого? Ну, квантеры, то есть обозначение. Помогите, вот. Даша, там... собрать определение предела. Есть такой мем, и там вот эти значки все раскиданы. Да, да, да. Да, и вот, значит, какой это значок вы не использовали в этом ролике? Ну, соответственно, существование, единственности, включение, там, множество и отрицание. Нужно угадать, какой? Да, какой не использовался. Единственность. Да, да. Ну, это я помню. Да. Я ничего не помню, кроме самой математики. Все остальное я сразу забываю. То есть встречи, лица, разговоры. Если я не записал, то я сразу... Да, ну, истории, ну, конечно. Да, и прям помните, как вы это вот писали все, да? Да, ну я помню, что единственность там не могла возникнуть. Ну да, да. А зачем ей там было? Неверно, что все крокодилы красные, там, естественно, знак не появлялся. Существует красный крокодил, появлялся для любого, тоже, конечно, было. Да. Ну то есть понятно, что эти были, но раз какого-то не было, значит, не было единственности. То есть это понятно. Да. Ну что, надо завершать, и можно даже историю не рассказывать, но... Что я вчера рассказывал, что-то веселое было, да? А, в детстве мы хулиганили. А, пап вчера мой напомнил, какая точность. Я в точности не помнил, но папа напомнил, да. Мы с моим одноклассником Левой, мы с ним шли, значит, по нашему району, и мимо школы нашей проходили, и везде было темно, везде был погашен свет. А в одном окне он горел. И в этом окне, когда мы заглянули, это первый этаж был, ну, чтобы заглянуть, пришлось встать, по-моему, на плечи, то ли я ему, то ли он мне. Ну, в общем, как-то заглянули. Сидела наша классная руководительница и одиноко проверяла тетрадки. И мы решили ее подразнить. Значит, мы взяли мышонок белый и серый Леопольда, да? Мы взяли веревку, на нее привесили маленький такой камешек, небольшой камешек.
веревку за ручку зацепили и вниз. А от ручки далеко-далеко ее протянули веревку в глубокую темень осенней ночи. И начали дергать издалека. И камешек стучал в окно, чтобы привлечь ее внимание и вызвать у нее ужас, что кто стучится в дверь ко мне, да? Это... Кому не спится в ночь глухую? Это из Шерлока Холмса, где... ну вот ужас, не 4 пятна, ужас. Не 4 пятна, а вторая история. Или, корнуэльский или ужас, 4 пятна. По-моему. По-моему, 4 пятна. Нет, один из длинных рассказов, где чел был на деревянной ноге и крейсер «Аврора». Да, это Смол, Джонатан Смол. Это называется «Знак 4». «Знак 4». Да. Вот. И там был вот этот вот, который похитил его, обманул, и потом похитил у него деньги, собственно. Да. Майор обманул, а потом этот Джонатан Смол сбежал. И да. Типа, и приехал в Англию, и он увидел и лицо увидел этого Джонатана. Лицо и умер. Просто. И умер от припадка, да. Вот. Значит, вот постучали, но как там получилось, что маленький камешек был, он незаметно стучал, она так была занята этими тетрадками, что она ничего не видела. Поэтому мы привязали нормальный большой камень. Вот. И, значит, с первого же удара окно было разбито. Ну и после чего, значит, короче, была вызвана милиция. Как-то мы там еще, мы от хохота там очень долго в кустах сидели. В общем, в результате приехала милиция, и мы стали в разные стороны разбегаться, и меня они догнали и схватили. Вот, и в милицию отвели, в общем. И были какие-то последствия? Пришлось, да, да. Ну, какие-то типа 3 рублей за окно были, да. А вообще окно я разбил не раз, разбивал. Один раз в 57-й школе я разбил окно. А именно, мы играли в слона. У нас была непобедимая пара. Огромный такой жесткий боец Андрей Цирульников. И я весом 33 килограмма в 8 классе на нем. Он вообще не замечал моего веса фактически. А я был очень цепкий, хваткий. И мы вышли в финал. Школьный финал чемпионата по слону. Ты скажи правила, наверное. Ну, там... один на другого забирается и борется, пока не грохнут. Очень травмоопасная игра. Очень. Ну и вот, значит, против нас стоял каратист Новиков, между прочим, сын того самого филдского лауреата, который упоминался только что. И на нем был тоже довольно легкий пацан, более тяжелый, чем я, но Новиков был суперкачок. И вот, значит, они нас теснили, мы уже чувствовали, что сейчас они нас опрокинут. Я как-то неловко ухватился и головой разбил стекло в своем кабинете, в нашем 14-м. Вот так. Потом мы рухнули на эти осколки. Вот. И первый вопрос у всех был, не разрезал я себе горло этим, значит, стеклом остаточным или нет. Оказалось, что я не получил ни одного ранения. Просто ни одного вообще ранения, кроме какой-то малюсенькой капельки крови, которая где-то там, видимо, вытекла и сразу прекратила течь. То есть чуть-чуть. Самый эпсилон. Я, значит, это все вытряхнул. А голова была полна стеклянных осколков и прямо стеклянной трубки. И не порезалась тоже? Ничем. Но я уже тогда начал чувствовать какие-то чудеса в мире. Вот. И, конечно, это вот одно из них, да. Произошло. Вот. После чего, значит, классный руководитель говорит, ну ладно, слава тебе, Господи. С вас 3 рубля на всех, 4 и все. Вот. И, соответственно, по 75 копеек. Ну, конечно, для моих родителей 75 копеек было немного, но уж лучше, чем если бы я как-то серьезно поранился об это стекло. В общем, вот такая история. Да. Да. Вот такое детство. Да. Мы тогда будем заканчивать. Да? Спасибо вам, Алексей Владимирович. Спасибо Михаилу Алексеевичу. Я тут посидел, послушал. Нет, у нас одна история тоже была. Да, да. История про... Ой, я уже забыл, про что. Но он вспоминал вчера весь день, а я не вспоминал, поэтому я бы еще набрал. Да. Там телефоны жгли. Маткульт, пока.